Hi, my friends, we continue our playlist. И давайте с вами поговорим о сильных и слабых прилагательных. Значит, расскажу вам свою историю, чтобы понять, насколько это важно. Значит, я слушал передачи на английском языке, и вот когда было начало передачи, обычно говорят там, соответственно, nice to meet you или glad to see, такие фразы, соответственно, ведущий что-то спросил, и кто пришел, соответственно, какая там звезда или знаменитость сказала такую фразу I'm absolutely delighted to see you. Затем эту фразу напишу. I'm absolutely delighted to see you. А потом я эту фразу уже слышал много раз. Или просто I'm delighted to see you or I'm absolutely delighted to see you. То есть. Видите, delighted означает, значит, что означает very happy или very pleased, то есть очень рад, очень доволен, very glad. Можно было просто сказать I'm glad to see you, но delighted это более сильное прилагательное. I'm delighted to see you, о чем мы как раз с вами говорили иногда. И усиливаем сильное прилагательное с помощью absolutely. I'm absolutely delighted to see you. То есть я действительно очень-очень рад тебя видеть. И задача наша также насытить наш английский язык сильными прилагательными. И усилим их с помощью absolutely. Итак, давайте вот я вам даю некоторые подсказки. Например, very funny. То есть очень забавный. Какое сильное, соответственно, прилагательное есть? Hilarious. То есть очень забавное. Это hilarious в английском языке. Hilarious. Например, it's a hilarious joke. То есть это it's a very funny joke or it's a hilarious joke. Усиливаем, соответственно, сильное прилагательное с помощью absolutely. Можно сказать, это шутка очень забавная. Ну, можно, в принципе, оставить, как и здесь. Давайте сами скажем. It's an absolutely hilarious joke. It's an absolutely hilarious joke. Далее. Например, very angry. Какое сильное прилагательное? Это furious. Тут суть в том, что если слабое прилагательное обычное, то мы можем поставить very. Как здесь. Если сильные прилагательные, такое как delighted, hilarious, furious, мы не можем поставить very. Это грамматически неверно сказать. Very delighted, very hilarious, very furious. Нет, так нельзя. Это грамматическая ошибка. Поэтому мы просто говорим сильные прилагательные или усилим с помощью absolutely, то есть в ярости, furious. Она была в ярости. She was furious. Furious. И усиливаем здесь сразу. Усилен с помощью absolutely. She was absolutely furious. Далее. Очень холодно. Very cold. Сильное прилагательное. Freezing. Соответственно, здесь очень холодно. То есть можно замерзнуть буквально. It's freezing. Если сделать это еще сильнее, мы усилим с помощью absolutely. It's absolutely freezing. По аналогии. Очень тепло. Very warm. Very warm. Сильное прилагательное. Значит, hot – это обычное прилагательное, можно сказать very hot. А сильное прилагательное – это boiling. Дословно кипящее. Boil – кипеть, boiling – кипящее. Соответственно, здесь очень тепло, буквально кипит. It's boiling. Если еще усилить, можно It's absolutely boiling. И вообще есть такое выражение It's boiling hot. Значит, горячее, как кипяток. It's boiling hot. Это просто устойчивое выражение, отдельно мы сами его, значит, выписываем. Итак, смотрите. I'm absolutely delighted to see you. Very happy, pleased, glad. Very funny. Hilarious.
It's a hilarious joke. It's an absolutely hilarious joke. Very angry, furious. She was absolutely furious. Very cold, freezing. It's absolutely freezing. Very warm, boiling. It's absolutely boiling. It's boiling hot. Вот далее, видите, опять же, все почему-то говорят такие слова, как interesting, interesting. Но давайте скажем более сложные слова. Почему говорить very interesting? Вот подумайте, какое сильное прилагательное есть, означающее very interesting? Это слово fascinating. Fascinating. Эти уроки очень интересные. These lessons, скажем это, используя сильное прилагательное, are fascinating. These lessons are fascinating. Или же усилим с помощью absolutely. То есть, действительно, это уроки очень-очень интересные. These lessons are absolutely fascinating. Далее, например, слово, такое very bad выражение. Опять же, это легко, допустим, ужасный. Основное слово, которое мы употребляем, это слово terrible. То есть можно сказать просто «это ужасно», «it's terrible». А можно сказать «это совершенно ужасно». Мы не можем сказать «это очень ужасно». «It's very terrible» мы не можем сказать, мы усилим их с помощью «absolutely». «It's absolutely terrible». «It's absolutely terrible». Далее, например, есть такое выражение «very unpleasant». Очень неприятно. Или отвратительно. Что это за слово? Отвратительно. Disgusting. Это отвратительно. It's disgusting. It's disgusting. Или это совершенно отвратительно. Опять усилим с помощью absolutely. И говорим it's absolutely disgusting. Далее. Значит, невероятно. Невероятно. Или, в принципе, very strange. Very strange, surprising. Невероятно. Это слова incredible. Incredible. Или даже еще часто употребляют unbelievable. Unbelievable. Или невообразимо. Вот помните, воображать это imagine. Невообразимо. Образовываем. Получается unimaginable. И вот, соответственно, вы можете сказать «это совершенно невероятно». То есть, если просто невероятно, «it's incredible», «it's unbelievable», «it's unimaginable». Вот, на самом деле, может быть, из уст русскоязычного человека или из уст неносителя вы это так часто не встретите, но из уст носителя очень часто. Усилен с помощью «absolutely», «совершенно». То есть, «это совершенно невероятно». «It's absolutely incredible». It's absolutely unbelievable. Это совершенно невообразимо. It's absolutely unimaginable. Далее еще вам хочу несколько полезных выражений дать. Это very important. Very important. Например, конечно, можно сказать просто, да? Этот плейлист очень важен. Или этот курс. This course. Или this playlist. Видите, playlist. This playlist очень важен. Но есть сильное прилагательное, давайте я вам подскажу. Essential. 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 This playlist очень важный. Is essential. То есть совершенно необходимо. Усиливаем. Is absolutely. Is absolutely essential. То есть very important, даже necessary, необходим. This playlist is absolutely essential. Отлично, повторяем. Very interesting, fascinating. These lessons are absolutely fascinating. Very bad. Terrible. It's absolutely terrible. Very unpleasant. Disgusting. It's absolutely disgusting. Very strange. It's absolutely incredible. It's absolutely unbelievable. It's absolutely unimaginable. Very important, essential. This playlist is absolutely essential. Далее. Вот есть такие слова
например, как блестящий. В принципе, very good, блестящий, brilliant. Можно сказать, это блестящая идея. It's a brilliant idea. Или можно усилить и сказать, это совершенно блестящая идея. То есть, действительно, блестящая идея. Усилим с помощью absolutely. Можно сказать, it's an absolutely. It's an absolutely brilliant idea. Мне кажется, можно было сказать, this idea is absolutely brilliant. Или как здесь, it's an absolutely brilliant idea. Далее, давайте еще в режиме интенсива поработаем. Итак, very small, то есть очень маленькая, крошечная. Это tiny, то есть это крошечная деталь. It's a tiny detail, it's a tiny detail. Но опять же, вы можете также усилить с помощью absolutely, если хотите. Далее, очень голодный. Very hungry. Это starving. Они очень голодные. They are starving. They are starving. То есть они очень голодают. They are absolutely starving. They are absolutely starving. И здесь. Видите, здесь крошечное. It's a tiny detail. Далее. И вот очень часто еще употребляется very tight. Очень уставший, very tight. Это у нас exhausted, exhausted. Например, я обычно очень устаю в конце дня. Я обычно очень устаю. I'm usually, сразу с absolutely скажем, absolutely. I'm usually absolutely exhausted. I'm usually absolutely exhausted at the end of the day. В конце дня. Помним, в конце чего-то это at. At the end of the day. Итак, смотрите, brilliant. It's an absolutely brilliant idea. Very small, tiny. It's a tiny detail. Very hungry, starving. They're absolutely starving. Very tight, exhausted. I'm usually absolutely exhausted at the end of the day. Друзья мои, обращайте внимание на эти прилагательные. И есть, в принципе, прилагательные, которые вы можете использовать практически каждый раз. Вот, например, very important, essential, можно сказать, it's absolutely essential, очень важно. Или, например, можно сказать нам, изучение английского самостоятельно, learning English by yourself is absolutely essential. Пример, еще раз. Learning English by yourself is absolutely essential. Или, например, вот опять же, что здесь часто употребляется очень, delighted, когда вы говорите не просто nice to see you, I'm absolutely delighted to see you. Или, видите, здесь. Или I'm absolutely delighted to hear from you. Я очень рад слышать от тебя. Далее, здесь, смотрите, terrible, то же самое можно не terrible сказать, а it's absolutely terrible. И interesting, заменяем на fascinating. So, all this knowledge is absolutely fascinating. All these lessons are absolutely fascinating. Brilliant. Там то же самое. It's an absolutely brilliant idea. И тоже не very tight, а exhausted. И последнее, друзья мои, что еще хочу здесь сказать. Значит, еще такое слово, как pretty. Соответственно, pretty переводится как приятный. Например, она приятная. She is pretty. Но pretty имеет и другое значение. Довольно. То есть pretty также употребляется значение quite. Например, это довольно хорошо. It's pretty good. Это довольно плохо. It's pretty bad. Довольно справедливо сказать следующее. Довольно справедливо. It's pretty fair. It's pretty fair to say the following. It's pretty fair to say the following. Видите здесь? Pretty, she is pretty. It's pretty good. It's pretty bad. It's pretty fair to say the following. My friends, thank you very much. Yeah? I think that you can write or say that you were absolutely delighted to see me, or this lesson, you know, is absolutely fascinating. Yeah, my friends, thank you very much. We continue this playlist.